Бабрадеры и друзья, с вами Винди, и мы продолжаем проходить Сталкера с модификацией Nightwing 2.3. Остановились мы в прошлой серии на том, что помогли таки с горем пополам этим накологовцам. И теперь наша задача отвести одного из них в... на янтарь. Так, давайте перезарядку устроим. Да, вот, пока мы там будем с ним ходить и разговаривать. Так, ну чё, привет. Иди ты. Окей, погнали. Я хочу подзарядиться. Блин. Не хочет меня, похоже, подзаряжать. Во. Это что такое? Ничего. Погнали. Тут какие-то еще трупики валяются. Вот они. Что тут у них? Ой-ой-ой. Ходячая больница? Что за ходячая больница? Что за ходячая... Стой! Куда ты полетел? Тихо, стой! Там какая-то ходячая больница. Я хочу прочитать ее. Ладно. Да ладно? Знаете, что я сделаю? Что-то подтормаживает чуть-чуть тут. Ну ладно. Но... Где я? А, вот они. Тихо. Успокойся. Какой-то живучий парень, а? Все? Кто стреляет? Откуда? А, вот. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Зомбики. Да тихо, тихо, тихо. Какой никого нет? Ты ж гонишь. Лежать. Один сдох. Второй живой. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Блин. Да подожди ты, ну что ты творишь? Тупой дебил. Тебя не учили ждать папу. А? Ладно. Оу, здрасте. Там зомби... Я кого-то зомбика сзади подстрелил случайно. Живи, 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 живи. Ёп. Первый есть. Окей. Да, правильно. Деритесь, зомби. Вот так. Тоже зомби. Ты шо, ура, лежать. Лежать. Никого нет, вообще. Блин, извини. Вообще никого нету. Вообще. Тихо, тихо, стой. Да ты дебил тупой, блин, я тебя, ты что делаешь? Ты меня бесишь. Так, я добрался примерно до того же момента, и давайте продолжать. Локация довольно большая, поэтому тут есть небольшое снижение FPS. Но не обращайте на это внимание. Меч, дай меч, и останови. Как ты собирался дойти сюда? Если ты вообще никого убить не можешь. Ты более того, не видишь впритык к тебе ходящих зомби. Ты вообще ничтожен. Сдохни. Оу, ускоренный зомбак. И два! Твою налево. Бежим, 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 пока без палева. Да ладно! Да ладно! Вроде зомби не видно. Куда ты пошли? Стоять! Ты лучше какой, а? Ой, а вот этот дядя опасен. Ура! Ну тихо. Вот это ты клёвый. Воу. Вот это хорошо, увернулись. Так не того. Сдохни. Живой. Ты, ё-моё. Лежать, лежать. Блин, тупой дебил. Какого хрена? Из-за тебя. Лежать, лежать. Воу, успели. Ну ладно. Давайте еще попытку. Мы должны просто разобраться с ними аккуратно. И при этом следить за зомби. Как-то ты непредсказуемо ходишь. Пыщ. Первый. Ты с РПГ? А, показалось. Два зомби. Да что об вас? А, кстати. Take this. Нет, они даже не успеют. Твою налево. Ну чё, давай. ПВП. Ай. А, ПВП или засал. Ну что, еще попытку. Я хочу. Какой-то умный наемник очень хорошо пошел.
Да закрой рот, твой голос меня уже напрягает. Еще зомбак. Да ладно. Ты шутишь. Еще зомбак, да что у вас так расплодилось? Я не знаю. Куда ты полетел? Чую я, надо помочь наемнику разобраться с этим зомби. Молчать! Сдохни! Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Неужто его убили? Да твою налево! Отлично, с горем пополам разобрались. Погнали дальше. Тут у нас еще одна будет засада. Засада! Ты даже этого не сказал. Ехать, ты нелинейный. Зомбяк. Красава. Четко прикрыл. Так. Один тут что-то выключает. Блин. Убили. Еще один. Никого нет, вообще никого. Вот прям пусто. Лежать. Сдохни. Это живой чё, парняга. Не вставай. Вам так лучше, я уверен. Все попомерли. Ни у кого ничего не было. Еще кто-то? Второй? Может ты подождешь? Ну ладно. Сейчас он, по идее, скажет, типа, я постою тут, а то иди первый. И тут мы попробуем пойти. Это что за хрень? Зона, сука. Какой-то... Пофиг, фейс. Что за зомбак такой? Воу-воу-воу-воу-воу. Пошли отсюда! Горячий воздух, блин. Ладно. Это какой-то странный и неубиваемый зомби, похоже. Ну-ка. Нет, убиваемый. Но очень бронированный. А, это какой-то скелетон вообще. Так, там кто-нибудь есть? Да. Да, есть. Сдох. Интересно, этот зомби может превратиться в другого зомби? Надеюсь, что нет, иначе это глупо. Надо пока ходим тут перезарядить. Ой, не то. Не то перезарядить. А вот это. Все же наше оружие получше, чем АК. Хотя АК тоже хороша. Рома. Идем. Это что такое? Это артефактик. Зомбяк. Обойма 9.17, нахрен я назвалась. Так, тут вроде бы ничего нет. Эть, еще шаг. 5.45.39 берем. И еще перезарядочку. Так, 5.45.39. У меня есть, кажется, пустая обойма 5.45.39. 5.45. А, нет, нету. Тогда знаете, как еще поступим? Так, успокойся. Ты. Ага. Теперь. О, а, нет. Теперь. Где вот? Это не пустая. Вот, пустая. Ее оставим. Возьмем полную. Отлично. Обманул систему. Поближе, аккуратненько. 5.45.39, только вот это возьмем. И все, и продолжим перезаряжаться туда. Где он тут? Вот этот и вот этот. И все. Ой-ой-ой. Извините. Мне не к вам. Что-то там. Оп. Но тут надо АКОй пользоваться, потому что тут рядышком много обоим. И все равно тратить их бесполезно и терять жалко. Да и тем более они ложатся на одного выстрела. Что это у тебя за пушка? А, МП5 обычная. Течка. 9.9. Фигня, капля. Фигня. Ага, еще капля. Все. Теперь пойдемте вперед. Сейчас паренек должен сказать, типа, я иду за тобой. А, не, вон он. Он и так пришел. Окей. Давай сохранимся и дальше пойдем. Интересно, мы избавим мир от этих зомби вездесущих? То как-то... Это странно.
то, что мы убиваем кого-то и резко из него вылазит какая-то непонятная чертовщина. Причем всегда разная. Интересно даже, от чего она зависит. Ага, задание обновлено. Привет. Да, мы на месте. Посмотрим, как получится. Я бы хотел кое-что узнать. Кто вы из... Нет, мне не интересно, кто вы и как здесь оказались. Мне хочется уйти отсюда и побыстрее дойти до янтаря, продать артефакты. Посмотреть, что у него там в продаже, что он нам предлагает. Может, он что-нибудь нам улучшит. Лежать. Какой непослушный. И взять новое задание. Но экзоскелет это просто шик. Экзоскелет офигенен, я вам честно говорю. 45-39. Блин, я бы с радостью обменял. Хотя я могу, в принципе, обменять. Разрядить. Тут у меня будет одна неполная обойма. Тихо. А, ладно. Да, все правильно. 45-39 неполная. Меняем на полную. Все, замечательно. Блин, прикольная система с обоймами все же. Встретимся на янтаре. Она хоть довольно нудная и муторная, но... Зато она делает игру как-то немного разнообразнее. Совсем чуть-чуть, на самом деле, что это за странный свет такой. Но все равно. Вау. Слушайте, а вот в зимних красках зона гораздо красивее. Вообще зима красивое время года. Но холодное, к сожалению. Так. Ага. Теперь определенно я понял, что с дальностью мощность оружия уменьшается. Потому что раньше с выстрела впритык он убивает вообще ваншот. А задалека. Да твою налево. Вот так вот. Хедшот, мазафака. Лежать. Хотя я мог его с ножем, но ладно. О, 5.45. Нет. Что-то я не понял. Окей. Я, похоже, одну обойму где-то выбросил вообще. Так, у тебя тут что у нас? Странно, ихние трупы тут тоже не указываются. Там один зомбак. Но он мне абсолютно не интересен. Кто там стреляет? Так. Эй! Вот так. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Это было опасно, ребята. Лежать. Ну, пойдет. Я не вижу абсолютно вообще. Поэтому сляг, будь добр. Твою налево. Не вижу вообще ни черта. Точнее, я вижу его очертания, но... Воу. Так, короче говоря, берем вот это. Только из-за экзоскелета мы еще не померли. Какие вы живущие. Прям засада какая-то. Ладно. Пофигу. Экзоскелет дает возможность мне... Иди нах. Экзоскелет дает мне возможность с покерфейсом ходить и в ус не дуть. Лежать. Вот бесячая скотина. И ты еще живой. Так ладно, судари. Государи, в баню вас всех, субматери, берем. Где ты? Гаденыш, ладно. Идите все в баню, я пошел к нему. К самому нему. Разрядить. 39. Ага, вот тебя подзарядим. А, патронов у меня на это совсем мало. Значит, я так понимаю, нам придет еще выполнять стандартную миссию? Я не хочу ее выполнять. Ну-ка. Ты кто такой? Е. Че ты делаешь? Почему ты так необычно стоишь? Ладно. Значит так. Давайте на всякий случай... А, надо бы узнать код. Ты кто такой? Ты проводишь? А ты проводишь опыты над артефактами? Вау! Нифига себе. Арбалетик такой неплохой. Это снайперская винтовка, да? Ну, типа. Волна очень дорогая. Очень просто. Зато у меня... Ха, у меня бабок вообще жуть.
Ну шо, здорово. Эй, иди сюда. Иди сюда, ко мне. Куда иди ты? О, догадался. Да-да? Ты оттуда? Да-да. Я тебе сейчас дам, да-да. Благодарю вас, меченый, так? Вы помогли моим коллеге Круглову спастись, и в результат я дам вам рабочий костюм. Очень удобная штука, знаете ли. Я по поводу активации души зомби. Душу скоростного. Повезло вам с таким артефактом, а точнее с его свойствами. Самая лучшая душа из всех. Забирайте. Забрал. Значит, я хочу починить броню. 13 рублей. О, офигенно. И оружие. Да, закрой рот. Торг обменно, хотя ну тебе. Black Crystal. X8 Black Crystal. Аномальный бизон. Что это за штука такая? И эта винтовка попала в аномалию жаркого времени. Образование кристалл. Получила некоторые свойства артефакта, а сам артефакт превратился в булыжник. Ну-ка, и чё за свойства? Прикольно придумано, кстати говоря. Ля, то есть оружие, улучшенное артефактами. Интересная идея. Подсказка, будьте предвнимательны к гражданским зомби. Один укус и его труп. Да-да? Да-да. Эти... Так. Спасибо. Знаете, как мы создали это вещество? Мы решили проверить легенду о филадельфийском артефакте. О, эксперименте. По секретным документам мы сгенерировали мощные электромагнитные поля, которые вызвали огибание световых радиоволн вокруг объекта. Перед перемещением в пространстве наблюдался зеленоватый туман. Стоп, что-то не так с оборудованием. Так, знаешь что? Знаешь что? Я сейчас... Сейчас я знаю, к чему просто все идет. Поэтому... Эколог... Я тебе не дам. Лунный свет, модификация второй степени. Вау, неплохо. Но мне нужен код от твоего... Этого, как его зовут? От твоего ящика. Дай мне код. Будь мужиком. Блять. До встречи. Блин, не хочет мне давать код. Ну-ка. Ну, короче, я не знаю. Давайте уже пробовать. Чё, как есть? Тут все равно лежит какой-то костюм. Да-да? Хрен с ним. Я хочу идти. Вот, от бармена. Интересно, мне нужно идти. Все? Сахаров, какого черта? Где все мои деньги? И вещи? Да-да? Мне опять ничего не пропало. Слава богу, с вами все в порядке. Дело в том, что приборы вышли из построя. Линии были направлены на вас и... на сестру. Эх, может быть, вы сами выберете, что вам нужно? Оружие, патроны к нему и костюм. Говорите код от синего ящика. 0-5-0-5-5-5. Вроде бы так. Да. Значит, тут у нас... Вау. Вау. Not bad. Very not bad. Вау! Выносливость. Ху-ху! Отлично. А знаешь что, давай тебе тогда второй артефакт тоже фигану. Похоже, по какой-то причине игра не может теперь забирать у меня вещи. Что Тайные Тропы 2, что эта игра. Они мне все оставляют. Ну ладно, я не против. Давай-ка активируй мне зомби. Душу зомби. Так, значит, у меня есть... Где она? Выносливость. А, все, я понял. Свойства они не те же дают примерно. Так. Бал. Страх. Вот тут мы оставим. Так, фонарик заберу. Тебе я оставлю. А хотя ничего я тебе не оставлю. Чего я тебе должен что-то оставлять? Я заберу у тебя что-нибудь. А, то есть этот. Этот срезняк мне вообще ничего не дает. Я вам было что-то против радиации, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, успокойся. Вот, кристалл, минус 50 радиации. Убираем вот это. Одеваем вот это, одеваем вот это. Все, отлично, плюс 35. А, плюс стойкость, то есть разрыв меня вообще не берет, удар почти не берет. Короче, все офигенно. Замечательно. Теперь давайте сохранимся.
И продолжим, я думаю, уже в следующей серии. Ё-моё. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на новые видео, оставляйте свои комментарии. Пока-пока-пока, удачи.